После всех помоев, что Лайма Вайкули вылила в сторону нашей страны, она переобулась и уже рассуждает об условиях ее возвращения с концертами в Россию. Правда, для этого она выставила условия. Всего ничего, она лишь предлагает нам извиниться и покаяться перед ней. Я никогда не буду выступать в России. Я могу об этом сказать смело. Может быть, если будет так, как я говорила, покаяние, извинения. Значит, не судьба. Пишите в комментариях, что думаете на этот счет.